Леди Баг самая лучшая. Детка, Леди Баг уже устарела. Пора с ней попрощаться. Нет! Вот тебе новая модная кукла-русалка. Спасибо! Она самая лучшая. Фью. Ну что это за место? Спасите, на помощь! Я хочу выбраться отсюда. Больше пены? Помогите, кто-нибудь! Будет тебе пена. Пенная лавина. Этот шум очень раздражает. Как вы смеете закрывать меня здесь? Ау, на помощь! Это уже слишком. Тихо там. Какая большая коробка. Это безобразие. Ой, здесь что-то есть. Прощай, коробка. Интересно, как стать русалкой? И что с этим делать? Похоже на тир. Значит, мне нужен бластер. Точно в цель. Пункт первый – макияж. Здесь что-то есть. Это карта. Должно быть, сокровище спрятано здесь. 10 шагов прямо, 5 шагов налево. А вот и место, где зарыт клад. Супер шанс. Лопата мне не помешает. За дело. Как туда попала собака? Беги домой, песик. Да, наконец-то. Сундук с сокровищами. Посмотрим. Ну вот, здесь только деньги. Ничего интересного. На дне полно косметики. Вот удача. Избавлюсь от маски и приступаю к макияжу. Выделю глаза, губы поярче и, конечно, блестящая чешуя. Готово. Лети, воздушный поцелуй. Что? Пирсинг? Ну ладно, есть у меня одна идея. От резинки для волос отрезаю одно колечко. И использую как пирсинг. Ой, а это что? Похоже, волосы застряли в стоке. Так и быть, я их достану. Фу, гадость. Но я все исправлю. В воду добавлю пенную бомбочку и хорошенько отмою эти локоны. Получилось. Теперь моя прическа выглядит еще лучше. А! Эти рыбы совсем от рук отбились. Попались? Теперь вы будете украшать мою прическу. И ты тоже. Пора открыть следующую подсказку. Ноготь недостаточно острый. Другое дело, ноготь-плавник. Получилось. Хвост русалки? И где его раздобыть? Воздух! Кя! Ты что здесь забыл? Я ищу своих рыбок, ты их видела? Рыбок? Нет, точно нет. Милые ласты. Продаются? Я заплачу. Забирай. О, я богат. Здесь есть чем поживиться. Ласты вполне заменят плавник. Что это? Крючок? Отлично. Примотаю его к швабре и попробую что-нибудь выудить. Получилось. Хвост из туалетной бумаги готов. Осталось только его раскрасить. Не хватает только узора из черных точек. А втулка заменит трафарет. Великолепный результат. Вау! А отрезок старой сетки украсит топ. Что это за шум? В сундуке кто-то есть. Привет!
О нет, все пошло не по плану. Стоп, я должен помочь. Пульс есть. Нужен массаж сердца. Она не дышит. Кислородный баллон. Ты что здесь делаешь? Я не смог устоять при виде такой красоты. Неужели? Я принес тебе подарок. Не стоило. Что там дальше? Перчатки. И я знаю, как их сделать. Вот и чулки пригодились. Теперь сделаю колечко из морской звездочки. Великолепно. Моя маска, а я совсем про нее забыла. Нужно срочно ее найти. Но куда она могла подеваться? Здесь нет. Здесь не видно. Вот ты где! Наконец-то нашлась. Пожалуй, нужно ее немного усовершенствовать. Для начала избавлюсь от черных точек. И приклею яркие чешуйки. Вау! А, что это? Трезубец? Самый настоящий! Вау! И наверняка волшебный! Упс, он работает. Последний этап. Это трезубец. Вот удача, у меня он уже есть. Эй, кто-нибудь? Я уже превратилась в русалку, самую настоящую. Русалочка, плыви. О, сообщение. Новый тренд? Упс. Детка, это тебе. Самая модная игрушка для моей любимой девочки. Ау, я в ярости. Моя новая куколка! Вау! Она такая классная! Бражник здесь! Попрощайся с этим пупсиком! Теперь твоя очередь! Я не дам ребенка в обиду! Снова ты, Леди Баг! Получай! Талисман Леди Баг у меня. Я победил. О, нет. Моя сила исчезает. Все пропало. Бежим. Наконец-то этот день настал. Моя Мурцесса. Ты вернулась? Мои сережки талисман у бражника. Что теперь делать? Я все испортила. Что? Я дома у Леди Баг. Вот удача. Мои сережки! Пожалуйста, не плачь. Я знаю, как все исправить. Мы превратим девочку в Леди Баг. А это инструкция. Да, я давно об этом мечтала. Замечательный план. А откуда у тебя это фото с сердечками? Не понимаю, о чем ты. Серьги-талисманы у меня. Великолепно. Вот только как их активировать? Попробую надеть. Суперсилы, проявитесь. Упс. А если так? Да. Что это было? Нужно найти другой способ. Думаю, начать нужно с костюма. С этим я справлюсь. Готово? Примерь. Опс, что-то пошло не так. Великоват. Попытка номер два. А теперь? Точно нет. А мне нравится. Нет, попробуем еще раз. Только бы получилось. Да. Я готова противостоять бражнику. Вау. Чего-то не хватает. Yes. О, нет, только не это. О, да.
Мой прекрасный костюм. Это слишком жестоко. У меня есть идея. Мы просто закрасим все черным маркером. Попробовать можно. Сработало. Как это грустно. Что случилось? Теперь все в прошлом. Я больше не Леди Баг, и мои суперсилы утрачены навечно. Как тут не грустить? Я верну талисманы, обещаю. Бражники не заметят, что я здесь. А, это ты, Суперкот. Рад тебя видеть. Сдавайся. О, нет, нас ждет увлекательный поединок. Дай мне только найти подходящее оружие. Не то? Не то? Долго ищу. Я готов. Лови. Клубки ниток. Обожаю. Упс, все пошло не по плану. Отпусти меня. С чего бы? Тебе что, нужны вот эти сережки? Что же делать с маской Леди Баг? Вау, какие очки! И сидят отлично. Что скажешь? Мило, но тебе нужно кое-что получше. Я сделаю настоящую маску. Но мне нравятся очки. Вырезаю. Приклеиваю. Примерь. Отлично. Упс, прости. Я совсем забыла про отверстие для глаз. Вот теперь маска готова. Ура! Ставь галочку. Маска супергероя есть. Дай 5. Я есть хочу. И я. Сейчас пообедаем. Приятного аппетита. Подожди, мы забыли про суперкота. Его тоже нужно покормить. Котик, котик, ты где? Вот ваш кот у меня. Ай, палец, тише. Что за шум? Нужно уходить. Ауч, скорее. О, нет, бражник схватил суперкота. Раз, два, три. Сдавайся. Руки вверх. Вода мой злейший враг. Левый, правый, удар. Повтори. Раз, два, три. Я поняла. А теперь тренировка. Ты боишься щекотки? Спасите, помогите, я сдаюсь. Что за странный звук? Давай посмотрим. Только сегодня уникальное предложение. Сережки, талисман. Других таких сережек не существует. Мой талисман. Все пропало. Это конец. Что же делать? Иди, мы переоденем тебя. И бражник ни за что тебя не узнает. Отличный план. Вперед. Только сегодня не упустите свой шанс. Ты попался, бражник. Где кот? Не скажу. Вот он. А, на помощь. Ну, дела. Мне пора. Спаси кота. Бражника я беру на себя. Драться с ребенком? Котик, ты в порядке? Защищайся! Ля-ля-ля. Отдай эту куклу мне, несносная девчонка. Кому вообще может нравиться эта ужасная кукла? Только таким ботаном, как ты. Вот тебе кукла, получай. Ха-ха-ха. Моя куколка. Ты неудачница. О нет, такое поведение неприемлемо. Пора Леди Баг выйти на сцену. Бражник, берегись. Нет! Подумай о своем поведении, а мы уходим. И куклу я забираю. Как вы смеете? Пойдем со мной, не бойся. Добро пожаловать. Так
вот где живет Леди Баг. Красота! О, какой ужас! Эти прыщи стали огромными. Что делать? Ой, подожди минутку. Я уверена, все можно исправить. Мы превратим тебя в настоящую Леди Баг. И куклу тоже. И куклу. Сколько лишних волос? Сейчас мы с ними распрощаемся. И с этими тоже. А теперь очистим загрязненные поры. В этом нам поможет маска для лица. Засекаем время. Готово. Кожа сияет чистотой. Маска мне больше не нужна. Ну что за странный запах? О нет, твои зубы. С этим срочно нужно что-то делать. Поехали в мою лабораторию. Здесь есть все необходимые инструменты. Сперва смоем всю грязь чистой водой. Теперь почистим зубной пастой. И не забываем про ёршики для брекетов. Сделано. Запах не исчез. Фу, это кукла. Прыщи ликвидированы. Зубы сияют. Сделано. Эта задача не из легких, но я никогда не сдаюсь. Из бутылки сделаем ванну. И наполним водой. Бомбочку для ванны уменьшим до нужного размера. И опускаем в воду. Мягкая и пушистая пена. Ароматные цветы. Великолепная ванна готова. Сейчас мы смоем с тебя всю эту грязь. Я помогу. Ла-ла-лам. А, что с твоей прической? Садись, тебя нужно хорошенько расчесать. Уберем все заколки и резинки. И за дело. О нет, щетка застряла, не сдвинуть с места. Ладно, попробую с другой стороны. Не выходит. Третья попытка. Это мой шанс заполучить йо-йо. Упс. Ауч. И у меня получилось. О, да. Теперь соберем волосы в два хвостика. Мне нравится. И последний штрих. Синие волосы совсем как у меня. Вау, я в восторге. Куколке тоже нужно сменить прическу. Сделано. Вау, мы отлично потрудились. Еще один этап перевоплощения завершен. Йо-йо! Упс! Нет-нет, не трогай это. Ты еще не готова. Йо-йо – это большая ответственность. О нет, твои ногти. Тебе нужен маникюр и срочно. Сперва надень маску для рук. Она напитает и увлажнит кожу и ногти. Раз, два, три. Снимаем. О, какие чистые у меня ногти! А теперь выберем лак. Я предлагаю красный. Вау! Это самый красивый маникюр в моей жизни. Они заняты и не заметят меня. А можно сделать маникюр моей кукле? Почему нет? У меня как раз есть красный термоклей. О, здорово! Я доберусь до тебя, Леди Баг. Ой! Великолепно! Не хватает только костюма. Лучше спрятаться. Здесь она меня не найдет. Посмотрим, что у меня есть. Не то? Нет?
А это что? Застряло. Леди Баг, у меня есть идея. О нет, моя голова. За что? Я уже иду. Вот мой будущий костюм, осталось только раскрасить. Иди, моя задача ясна. Раскрашиваю. И добавляю черные точки. Ура! Мой костюм готов. А костюм для куколки еще нет. С этим мы быстро справимся. Врезаю. Сшиваю. Примерим. Сидит идеально. Осталось только нарисовать точки. Готово. Потрясающе! Костюм есть. А теперь закажем в интернете сумочку йо-йо. Это тебе. Вау! Здесь еще одна мини-сумочка для куколки. Теперь ты готова начинать тренировку. Удар! Отлично! А теперь представь, что это бражник. Хук правый, хук левый. Получай, бражник! Нет-нет, супергерои используют только свою силу. Вперед! Окей. Ты готова? Бражник, берегись. Неудачник, полезай в шкафчик. Оставьте его. А, Леди Баг. Вылезай, ты свободен. Спасибо тебе, Леди Баг. Отличная работа. Я тобой горжусь. На помощь, спасите. Это бражник, берегитесь. Леди Баг тебя не спасет. Моя сестренка, она в опасности. Ты пойдешь со мной. Он забрал ее. Что мне теперь делать? Успокойся, Роуз. У меня есть идея. Ничто уже не поможет. Ты станешь Леди Баг и одолеешь бражника. Пойдем. Не плачь и вытри слезы. Моя бедная сестричка. Леди Баг нам поможет. Подержи. Но как? Сейчас увидишь. Все готово. Садись. Что происходит? Вот наш план. Мы превратим тебя в Леди Баг. Но как? Для начала займемся костюмом. Примерь. Нет и нет. Может, это? Ничего не подходит. Ким! Опс! У меня появилась идея. Попробуем новый фильтр. Что? Вау! Выбираю вот это. Получилось. Берегись, бражник. Чего-то не хватает. Идея. Надеюсь, зарядов хватит. Нет, не делай этого. Хватит, прошу. Я еще не закончила. Ким, одумайся. Теперь мой костюм совсем как настоящий. Костюм сделано. Не хватает еще кое-чего. Я готова к поединку. Постой, тебе нужна сумочка, как у настоящей Леди Баг. Ну ладно, поищем сумку. Эту или эту? Что скажешь? Боюсь, ни одна из них не подходит. И что нам делать? Есть одна идея. Закажем в интернете. А вот и доставщик. Спасибо, это было быстро. Распаковка. Вау! Глазам своим не верю. Она потрясающая. Даже лучше, чем у Леди Баг. Давай ее протестируем. Бластер есть. Мягкий осьминог тоже. Возьмем только самое необходимое. И как в нее все помещается? Готово. Удивительная сумочка. Этот пункт выполнен. Ура! Там что-то есть. Похоже на хвост. Примерю. Теперь я Леди Баг-русалка. Потрясающе.
Значит, меняем наш план. Готово. Нужно разозлить девчонку. Но как это сделать? Дети такие непредсказуемые. Придумал. Моя суперсила. Ай, щекотно. Не сработало. Ну ладно, план Б. Посмотри, какой миленький котеночек. Такой пушистенький. Так хочется его погладить. Тебе нравится? Очень. Да? А что ты скажешь теперь? Был котик и нет его. Котеночек, я попробую тебя спасти. Мне нужна суперсила. Получилось. Привет, пушистенький комочек. Какой же ты милашка. Ты будешь моим лучшим другом. Как же так? Мой план провалился. Ты выглядишь замечательно. Сделаем селфи на память. Что это? Подожди. О нет, что я вижу? Мои зубы. Больше никаких селфи. Ну что ты? Зубы всегда можно почистить. Вот, держи. Зубная паста для русалки – то, что мне нужно. Готово. Вау. О, как ярко! Упс, мои очки. Без них я ничего не вижу. Кажется, я нашла линзы. Сейчас. Нет, только не хвост русалки. Ладно, здесь есть еще. Это не твои линзы. Но как я буду сражаться с бражником? Вот линзы, которые подойдут для нашей миссии. Я помогу тебе. Готово. Спасибо. О, нет, теперь я вижу эти ужасные мешки под глазами. Вот патчи. Они помогут. Попробую. Засекаем время. Достаточно. Ничего не изменилось. Не беда. У меня есть идея получше. Аккуратно вырезаю маску, точно как у супергероя. Примерь. Немного ее усовершенствую и готово. Маска сделана. Со стильными чешуйками. Я буду рисовать. Что? Никаких рисунков. Ты должна рассвирепеть. Сейчас же. И чего мне злиться? Вырезать я тоже люблю. Хватит с меня раскрасок и ножниц. Ну ладно, тогда буду прыгать. В этом я настоящий чемпион. Ай, голова. О нет, только не пузыри. Мои глаза. Это конец. У нас ничего не выйдет. Почему? Мои ногти, посмотри. Без паники. У меня есть аппарат для маникюра. Попробуем. Это единственный выход. Цвет выберем красный и черный, как у Леди Баг. Начинаем. Потрясающе! Скорее окрасим остальные ногти. Супер маникюр для супергероя. Остался последний ноготь. В чем дело? Не работает. Лак закончился. Не беда. У нас есть подходящее фото. Получилось даже лучше, чем я думала. Маникюр сделано. Боевая тренировка – это очень важно. Есть идея. Тебе нужен экспресс-курс карате. Точно, я согласна. Удар, стойка, удар. Все ясно. Приступим. Защищайся. Прости. Теперь твой удар вперед. Больно. Ауч, промахнулась. Раз, два, раз, два. Больше не могу. Тренируем вестибулярный аппарат. Осторожно, вешалка. Упс. Вот теперь я в ярости. Хватит, я все поняла. Ты готова. Тренировка завершена. Я так больше не могу. Ее невозможно разозлить. Давай играть.
Хватит, остановись, мне нужно подкрепиться. Это доставка? Я хочу пиццу. Сейчас. Благодарю. Такой аромат. Объедь деньги. Пицца? А у нее? А для тебя ничего не осталось. Что? Я хочу есть! Монстр? У меня получилось! Теперь мы вместе захватим мир! Тушься, тушься! Ну что там? Дышите! Ребенок выходит! Ловите его! Поймал! Тяжеленький! Ура! Поздравляю! У вас девочка! Пусть мама поддержит малышку! О, совсем кроха! У них ребенок? Что? Когти! Откуда они взялись? Смотрите, да у меня такие же. Пора нападать. Такая милаха. Бражник! Бежим! Спрячусь здесь. Быстрее, не отставай. Бегу, бегу. Отдай ребенка. Попробуй отними. Окно. Бежим. Ах вы ж. Фух, мы дома. А вот и я. Бражник! Так, малышка, подожди здесь. Маме и папе нужно разобраться со злодеем. Попались? Получайте. Воу, было близко. У нас мало времени. Готов? Да, дорогая. Эй, что вы делаете? Вот так. О, нет! Лучше беги. Острые когти! Невероятная ловкость! Ну, держитесь, злодей! Агррр. Тебе крышка! Мяу! Ой, мне пора! Вот трусишка! Да, кажется, у нас много работы. Приступим! Потихоньку, у тебя получится! А теперь сама! Молодец! Давай, иди к папе! Ура! Я умею ходить! Смотри, это наш враг! Бражник! Подходишь поближе и бьешь его когтями. Вот так. А теперь ты. Ну, держись, злодей. Бей его. Ой-ой. Кажется, у меня дела поважнее. Куда это она? Не знаю. Смотри. Ух, успела. Мяу. Ух ты, что это такое? Какой странный зверь. Я тебя поймаю и съем. Попался. Хрррр. На! Дорогой, ты это видел? Она такая сильная. Молодец, дочь. Ура! Моя первая добыча. Мы такие крутые. Ты можешь перемещаться в пространстве. Смотри. Вау! Вот так. Твоя очередь. Да проще простого. Хоп. Вау! Мяу. Упс. Ого, ты в порядке? Я ударилась. Сейчас что-то придумаю. Зеркало. Ну-ка, попробуем. Ты гений! Хе-хе, коты такое любят. Смотри. Что это? Попался! Эй, ты куда? Да, работает. Вот ты где. Есть! Мяу! Она быстрая. От меня не уйдешь. Оп. Ой, что ты наделал? Спокойно. Она могла пострадать. У меня для тебя кое-что есть. Вау! И что это? Это игрушка? Нет! Фух, поймала. Мышка! Мама! Я поймала мышку! Юху! Дорогой, ты должен что-то сделать. Ну что опять? Вперед! Папа, смотри! Стоп! Это что, мышь? Хррррр. Дай! Отдай ее мне! Нет, она моя! Ох, вы же эти коты! Они уже рядом! Приготовьтесь! Зачем же так топать? Бедные соседи! А вот и мы! Скучали? Привет, ребята! Ну, держи!
Держись, злодей! Я тебе покажу! Мимо! Опять мимо! Тебе конец! Лови! Почти попала! Тренировалась! Ах ты ж! Стой! Прекрати! Что-то голова закружилась! Это тебе больше не пригодится! Эй! Попробуй отними! Я сдаюсь! Смотри, что у меня есть! Это не про йо-йо! Это супероружие! На, получай! Я думала, ты сильнее! Нет! Мой посох! Кажется, он застрял! Посох тебе не поможет! На! Это еще не конец! Я до вас доберусь! Сейчас мне пора! Стоять! Куда это ты собрался? Попался, злодей! Хватит! Мы сдаемся! У меня для вас кое-что есть! Свяжи их покрепче. Вы допускаете большую ошибку. За нами придут. Молодцы, девочки. Мы победили. Слышите этот звук? Какой еще звук? Вау! Куда она пошла? Я за ней. Попалась. Отдай мне ее. Живо. Вот, держите, мистер гитарист. Так круто звучит! Лови! Нет! Еще лучше! Пока! Нет! Хоть бы ни с кем не столкнуться! Но если что, с моей Леди Баг меня никто не тронет! Ой! Бражник! О, нет! Боишься? Мало боишься! Вот именно! Кто тут у нас? Леди Баг? Она тебя не спасет! Идеальная жертва для моего Акумы! Верните мою Леди Баг! Пожалуйста! Прекратите буллинг! Леди Баг уже там, где и самое место! Так же, как и вещам мелкой ботанши! Оп! Это тебе больше не понадобится! Отпустите меня! Ну, это уже слишком! Сами напросились! Тихи, давай! В обычной жизни я обычная девочка Маринет! Но у меня есть тайна, о которой не знает никто. Пора показать этим буллерам, что обижать беззащитных плохо. Леди Баг, это ты! Ой-ой, уже испугались. Получай, букашка. О-оу, хей! Упс, прости, это все из-за мелкой. Обалдеть, настоящая Леди Баг. Это только начало. Ай, пусти! Развяжи меня, букашка! Отдыхай, Маюра! О, нет! Там бражник! Я знаю! Противная веревка! Ой, это плохо! Кто выключил свет? Они получили по заслугам! Дело сделано! Теперь домой! Телепорт! Отлично! Можно и отдохнуть! Стоп! Это в мои планы не входило! Эй, можно больше не бояться. Мы в безопасности. Правда? Это твой дом? С ума сойти! Чего это она? Вау! Это подвиги Леди Баг. Расскажу друзьям. Мне никто не поверит. Да и дружить со мной никто не хочет. Я же просто заучка. Нужно ей помочь. Разве можно помочь такой, как я? Конечно, можно. Просто доверься нам. Выстави руки вперед. Что это? Открой и узнаешь. Как стать Леди Баг? Это значит, что вы поможете мне стать такой же крутой, как Леди Баг? Вот именно. Твое преображение начинается сейчас. Тогда перейдем к делу. Ткань у нас уже есть. Ой, только один нюанс. Дай мне минутку, сейчас вернусь. Конечно, куда же мне еще деться? У Леди Баг дома столько всего необычного. Ой-ё-ё! Скучно мне не будет. Я ночь, и мне нужно слегка освежить свой суперский костюмчик. Там-там-парам. Привет, ты не против, если я присоединюсь? Конечно нет, машинка-то одна на весь этаж. Спасибо. Осталось добавить самый главный элемент дизайна. Еще чуть-чуть, должно хватить. Теперь ждем. Слушай, я тут себе новое оружие прикупил. Уникальный экземпляр. Ну, как тебе? Неплохо, но у меня есть кое-что получше. Стоп, где мое йо-йо? Потеряла? Бери мое. Спасибо, не нужно. Автомат очень крутой, ты уверена? Да, мое точно где-то дома. А чужого мне не надо. Ну, может, как-то в другой раз.
Мой суперплащ теперь пахнет, как альпийский лук. Погодите. Нет! Элис, твой костюм готов. Элис, ты где? О, нет. Помогите! Кошмар! Руки онемели! Что случилось? Дай-ка я тебя развяжу. Элис, ты в порядке? Да-да. Как это произошло? На тебя напал бражник? Где он? Сейчас я с ним разберусь. Это я сама виновата. Не нужно было трогать твое йо-йо. Ничего страшного. Только не плачь. Или ты забыла? Нет-нет, не буду плакать. Вот и хорошо. И, кстати, еще один пункт есть. Пора примерить костюм. Вау! Я еще на один шаг ближе к твоей крутости. Только вот прическа совсем не крутая. Точно, у меня же синие волосы. Значит, твои нужно покрасить. Всегда мечтала о яркой прическе. Ну-ка. Не работает. Видимо, он уже закончился. Я не смогу выполнить этот пункт. Не нужно опускать руки. Дай подумать. Есть идея. У меня есть синяя фанта. Чем тебе не краситель? Как раз целая колбочка. Но нужно добавить яркости. Синий глиттер должен справиться с задачей. Я даже не думала, что получится так необычно. Тебе идет. Не хватает хвостиков. О, шнурки должны подойти. Давай я завяжу. С такой прической ты почти что моя копия. Готово. Спасибо, Леди Баг. Плюс один выполненный пункт. Поехали дальше. Дай-ка посмотрю на твои ногти. Маникюра нет. Это плохо. Наверное, ты права. Значит, перейдем к маникюру. Ногти тоже должны максимально соответствовать стилю Леди Баг. Они будут красно-черные? У меня никогда не было таких ярких ногтей. Основу делаем красную. Почти готово. Добавим черные точечки. Получился яркий и стильный дизайн. Мне очень нравится. Только как бы их высушить побыстрее? Дуть не обязательно. У меня есть специальная лампа. Пару секунд и все готово. Выглядит очень оригинально. Твой образ почти закончен. Ура! Совсем скоро я буду такой, как Леди Баг. Следующий пункт – маска. У меня есть идея. Я придумала кое-что интересное. Нужно всего-то немного яркой косметики. Ух, не уверена, что это хорошая мысль. Маска готова. Классная, правда? Если честно, не очень. Ого! Я чувствую прилив сил! Теперь твой образ полностью завершен. Не забудь свое йо-йо и вперед! Бороться со злом! Спасибо, Леди Баг! Я готова! А кто тут у нас такой слабый и беззащитный? Пожалуйста, отпустите меня домой! Теперь ты будешь прислуживать нам! Перестаньте! Чего? Я сказала, перестаньте обижать людей! Это она сейчас серьезно? А то что? Накричишь на нас? Беги, у меня все под контролем. То я поняла, уже бегу. Ну, сами напросились. Вот это комедия. Стоп, куда делась мелкая? Она же только что была здесь. Лучше быть начеку. Это правильно. Ах, вот ты где. Больше вы никого обижать не будете. Микки, давай. Приказываем тут мы. Тебе конец, букашка. Держу. А вот это ты зря. Что? Только не банан! Очень модно! Какой позор! Ха-ха, со мной тебе не справиться! Я не была бы так уверена, мотылек. Не попала. Думаешь, увернешься? 5 лет в школе танцев. Это тебе не поможет. Ты проиграла. О нет, я была не готова. Вот именно. У меня есть для тебя идеальное наказание. Что это со мной? Так-то лучше. Не благодари. Это еще не конец. Это был мой самый крутой подвиг, Уэнсдей. Представляю. Жаль, что я не видела это вживую, суперкотик. Что? Она хочет украсть моего суперкота. Тики, давай. В обычной жизни я обычная девочка Маринет. Но у меня есть тайна, о которой не знает никто. Ну что, пора бороться с преступностью. Воровка Уэнсдей Адамс не сможет увести моего парня. Суперкот мой, и я не собираюсь делить его со всякими выскочками. Кот, нам пора. Что? Это мой парень. Глупости, суперкот мой. Нет, мой. И у нас вообще-то свидание. Девочки, не ссорьтесь. Не встревай. Зря ты это затеяла.
Девчонки, ну чего вы? Давайте успокоимся и просто поговорим. Лучше тебе со мной не связываться. Уэнсдей, может, не надо? Думаешь, крутая? У меня тоже оружие имеется. Мяу! Девчонки, одумайтесь! Какой удачный момент! Давайте решимся мирным путем, а? Приветик! Бражник! Просто сдайся, и никто не пострадает. Погоди, суперкот пропал. Ты идешь со мной, кот. Теперь ты мой. Рано или поздно девчонки заметят, что я пропал. Надеюсь, это поможет им меня отыскать. Это мой скромный особняк. Чувствую себя почти как дома. Дома меня насильно не держат. Итак, суперкот, вот зачем ты мне нужен. Ты должен поймать этого гадкого мышонка. Он меня в конец достал. Так что принимай задание. Дайте-ка подумать. Нет. Этот мелкий дьяволенок обитает вон там. Кто? А, вы о мышонке? Вот это нора. Похоже, крупный экземпляр. Надо, ты иди и ликвидируй его. Я? Но вы же грозный злодей. Я ненавижу грызунов. Они не стерильны. Кто там? Стоять! Так вести себя не супер. Я же сказал, ликвидировать мышь должен ты. Если, конечно, хочешь выйти на свободу. Понял? Да-да. Так-то лучше. И даже не пытайся сбежать. Ну и трус. Может, он не такой уж большой и опасный? Ой, кажется, там кто-то есть. Погодите, это же... Кот! Мышь! Мои лапки! Привет, девчонки! Эннет, привет! Ой, а что вы делаете? Ничего особенного, это секрет. Обожаю секреты! Дайте посмотреть! У-у-у, как интересно! Отличный план! Я с вами! Нет-нет, даже не думай! Да ладно вам, будет круто! Нет, это не шутки, это может быть опасно. Расслабьтесь, я готова! У нас нет выбора, придется брать Эннет с собой. Ладно уж, пора начинать операцию по спасению суперкота. Команда? Угу. Вперед! Попробуем взять дьяволенка измором. Интересно, чем занят бражник? Опс, он за мной следит. Ладно, ладно. Приступаю к поимке мыша. Ну-ка, иди сюда, маленький заноза. Ой, что-то мягкое. Фух, это просто кровать. Обойдется. Спать ему больше не придется. Хм, кот недооценивает грызуна. Да где же ты прячешься? Ага. А нет, это пижама. Что за детский сад? Мог бы найти что-то помоднее. Ай, 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 ай! Надеюсь, мышь меня не заметит. Ай, ай, пусти! Ауч! Что это было? Это не я. Записка? Бражник, здесь написано «Беги!» Так чего сидим? Кого ждем? Ну-ка, брысь! Ай, упаться я не рассчитывал. Вы не говорили, что он настолько опасный. Я не думал, что он использует запрещенное оружие. Брысь! Суперкот, есть еще вариант. Просто заколоти его ход в нору и пусть остается там. Отличная мысль. Сам будет проситься на волю. Надеюсь, это сработает. Думаешь, такой хитрый? Мяу! Ну все, мелкий, ты попался. Теперь ты никуда отсюда не денешься. Сам будешь молить, чтобы тебя выпустили из дома. Погодите-ка, а это еще что такое? Откуда здесь взялась еще одна нора? Может, у меня в глазах двоится? Нет, не двоится. Их теперь две. Вот это скорость стройки у Серого. Ну-ка, что там у него? Не твое дело, хвостатый! Ай! Все, сдаюсь, сдаюсь! С меня хватит! Значит, останусь жить у бражника. Кот, у меня есть новая идея. Вот, держи. Ой, это же взрывчатка. Что делать? В нору, сой. Что ты пляшешь? Точно. Вот так-то. Ой, мама, опять динамит. Да засунь его в нору. Сам попробуй. Это твоя работа, держи. Держи. Чего паниковать? Красивый огонек. Он может давать огонек покруче. Ой-ой. Но я же для мыша его приготовил. Леди Баг, я так рад, что ты здесь. Я так скучал. Ах ты, кот мартовский. А как же я? Ну, а если это настоящая любовь, тогда ладно. Я кота никуда не отпущу. Зря вы сюда пробрались. Я вас уничтожу. И начну с тебя, Уэнсдей Адамс. Можешь попрощаться со своими друзьями. Отпусти ее. Ах ты, противная моль.
Никто не смеет нападать на мою лучшую подружку. Можешь попрощаться, хотя у тебя все равно никого нет. Попался. Только не зачет. Ай-яй-яй. Эй, чего стоите? Сделайте что-нибудь. Не отпускай его. Талисман. Вот это неожиданно. И как нам поможет этот пушистик? Привет. Какой ты прелестный. Я возьму. Ты-то мне и нужен. Теперь мышу точно конец. Подожди, бражник, у меня есть идея получше. Дай мне минутку. Эй, грызун, а что у меня есть? Ты же любишь сыр, правда? А это хорошая уловка. Ну вот, так-то лучше. Не бойся, малыш. Теперь ты будешь жить со мной. Вот ты и попался, дьяволенок. Нет-нет, он будет домашним любимцем Эннет. Ладно-ладно, мы же не злые. Ну вот, и не нужно было никого похищать. Можно было просто позвать Эннет. Я так давно мечтала о любимце. Я вообще-то тоже не злой. Просто у меня друзей не было. А теперь есть. Самый лучший друг на свете. Я буду звать тебя Шрам, в честь великого злодея. Ты, наверное, проголодался, Микки. Вот, приятного аппетита. Оставайся там. Скоро покажу тебе твой новый дом. Я так рада, что теперь все в порядке. Спасибо, Венсдей, что помогла вызволить кота из лапок бражника. Не могла же я его бросить. Миссия выполнена. Можно снимать маски. Надеюсь, они нам больше не пригодятся. Отличная работа, подружка. Эй, кот, это твое. Мой супержезл. Я думал, что вы его не нашли и что я потерял его навсегда. Моя палочка-выручалочка. Спасибо, Венсдей. Вот, теперь миссия выполнена до конца. Можно и отдохнуть. Леди Баг и Суперкот такая милая пара. А вот это правда. Что ж, всего хорошего. А я заслужила денек у бассейна. Пока-пока. Кто там? Вроде оторвалась. Пожалуйста, не сдавай меня злобному полицейскому, прошу. Чего? Не так быстро. Здравствуйте, мэм. Здесь эта преступница не пробегала? Копу ни слова. Неа. Позвольте мне осмотреться самому. Так-так. Хоть бы не заметил. Попалась. Упс. Врать нехорошо. А вот и наша заветная коробочка. Тебе придется пройти со мной. Ладно, деваться некуда. Веди за решетку. Лучшая тюрьма штата. За что она задержана? Арестую тебя как соучастницу. Меня? Ты влипла, блонди. Прости. Бандитки в сборе. Как насчет тюремной фотосессии? Сыр! В наручниках и не попозируешь красиво. Улыбочку. Ой, феном займусь чуть позже. Не фартануло. Еще в профиль. Не понял. Эльза, давай без своих фокусов. Попытка номер два. Так, сойдет? Другое дело. Шагай. Чувствуйте себя как дома. Столько заключенных. Удачный улов. Глаз с улики не спущу. Пора девчонкам заценить, куда их забросила судьба. Но понравится ли у Венсдей мрачный декор, а Эльзе прохладная элегантность? Нужно срочно выбираться отсюда. Где же ты? К тебе я взываю. Подкреплюсь-ка свеженькой рыбкой. Ух, вкусняшка не поддается. Попробую нанизать. Знакомый голос. Эльза в опасности. Отложу обед. Только песен здесь не хватало. Разберусь. Дружище, выручай. Верный вещь спешит на помощь. Это ты виновата, что мы обе оказались за решеткой. Все ради Фена. Ты не представляешь, какая у него важная миссия. Не стоило тебя прикрывать. Ауч! Жесткое приземление. Бррр, надоело, я сматываюсь. Счастливо оставаться, снежная королева. Не так уж и сложно. Надзиратель. Куда собрались, мадам? В камеру. Фу, развесил свои слюни. После упражнений вы забудете про побег. Приступайте. Подушки перед собой. И раз. Зачем я в это вляпалась? Странное местечко. Привет, Олаф. Не подавай виду. Сейчас я придумаю, как вас вытащить. Дело Эльзы – поиск. Глянь-ка.
Откуда он взялся? Нашлось. Удалить? Конечно, да. Осталось нажать на кнопочку. Здрасте. Зачем ты так поступила? У тебя проблемки, дружок. Поразмыслишь над своим поведением. Вас не учили быть дружелюбным. Закон превыше всего. Пока. Копы злюки. Я не один? Йоу. Грозный мне попался сосед. Ты кто? Олаф. Чего уставился? Занятный у тебя носик. О-оу, оставь морковку в покое, ушастый. Теперь ты точно напросился. Не с места. Возьми себя в лапы, пушистик. Эй, кролик, поздравляю, твой срок закончился. На выход. Не вовремя. Удачи. А ты не шали. Поешь на свободе. Фух, пронесло. Идеальный момент. Выучим план побега наизусть. Пробираемся по вентиляционной шахте и хватаем Олафа и Фен. Братишка вечно на подхвате, лопата найдется. Отлично, приключения начинаются. Во-первых, вентиляция. Справишься? Штучки для взлома всегда при мне. Ну не пуха. Обычно я с железками на «ты». Кажется, продвигаемся, класс! Вуаля! Это было проще простого. Подруга, не подсадишь меня? Не вопрос. Ой-ой-ой! Кто не дал мне досмотреть сон? Покушение на снеговика! В тюрьме бунт? Я им устрою! Спасите! Идет! Доброй ночи! Что за крики? Я просто люблю напевать в одиночестве. Больше ни звука. Наконец. План был на волоске. Назад к заслуженному отдыху. Так-то лучше. Изучи наш план побега, Маркваносик. О, я красиво получился. И схема отпад. Вот и нужная развилка. Вперед к свободе. Как бы спуститься. О! Ты повторно арестована! Упс. Уокера нелегко перехитрить, дорогуша. Крепкий замочек. Почему бы не протестировать шпильку и на нем? Туго идет. Сломалась. Жаль, но есть идейка. Используя мою морозную магию, можно создать что угодно. Даже ключ. Неплохо. Попробуй. Надежда на тебя, ледышка. Неужели он застрял? Еще одна попытка коту под хвост. Пора просить о помощи. Ау, снеговичок! Эльза? Олаф внимательно слушает. Ясно, будет сделано сейчас же. За работу! Не подведите веточки. А-а-а! Перелом деревянного пальчика. Ужас. Ой, что там у него стряслось? Разузнаем. Не вышло. Эх, последний шанс провален. В любой тюрьме есть своя лазейка. Посылка для Уэнсдэй Адамс. Ты что-то заказывала? Скорее всего, внутри приятный сюрприз. Братишка, вещь, я так рада тебя видеть. Шикарно. Пока девчонки заняты тоннелем, мини-Адамсу тоже не сидится. Стол охранника полон полезных вещиц. Спасибо, дружок. Лишь бы Уокер внезапно не нагрянул. Опля, теперь прямиком за Олафом. Ку-ку, приятель. Здорово. Через секунду будешь на свободе. Побежали. Юху. А Фен мы прихватим с собой. Точно. Почти выкопала. Шевелись, снежок. Фух, совсем вымоталась. Явились. Отправляемся в путь. Пролезем вниз и под тюрьмой. Крутяк. Не то слово. Ты пытался. Горизонт чист. Можно потихоньку выбираться. Батюшки! Исчезла моя главная улика! А куда подевались заключенные? Подкоп на самом видном месте! Это фиаско! В погоню! Вокруг ни души! Вылезайте! Свежий воздух! Запачкала свой лук. А вещь выбрался? Я вроде слышала, как он топал за мной. Все в норме. Побег удался. Но пробежим дальше. Правильно. Прощайте, грустные решетки. Пс, Эльза, давай. Я подержу коробку, а ты резко включай фен. За дело.
Вы чего, девчонки? Удачи. Стоять, преступная банда! Вы задержаны! Не надо! Ух ты, проклятие рассеялось! Где я? Я опять стал человеком? Yes! У меня настоящие руки, а не палки! Но как? Удивлен, начальник? Это длинная история. Когда-то давно мальчик пульнул снежком в злющую ведьму. Мое снежное проклятие научит тебя манерам. Ауч! Что-то мне нехорошо. О, нет! Не гулять мне больше с друзьями в таком виде! И только Финн мог его вернуть. Что же мне с вами делать? А если понять и простить? Ладно, я сегодня добрый. Спасибо, мистер Уокер! Мы никогда вам этого не забудем!